внимание. Если вам мешает реклама, вы можете закрыть ее, просто нажав на крестик в правом верхнем углу рекламного. Ну, дорогие мои, чтобы нам стало повеселее, мы вот эту забавную штучку передаем и записочку в руки дружно берем, когда останавливается музыка. Итак, поехали под музыку, передаем. Передаем. А давай нам? Да, пора нас связать на этот раз. Так, что у нас Опа. Невесты? Изобрази полет орла. Это будет птичка колибри. Аплодисменты поддержим. Ты куда? Красиво летит морская. Аплодисменты нашей невесте. А мы продолжаем. Завязать нужно только, завязать. А то иногда она падает и все разлетается. Куда? Куда? Давай, передаем дальше. Музыка громче. Я просто пристала. Еще одна. Останавливаем музыку, пожалуйста. Попал. Дмитрий, давайте. Я с вами. С Богом, давайте, доставайте. Выбирай трешкодухи. Открывай. А ты что думаешь, я просто так что все? Давай, сейчас сектор приз будет. Новая жена. Ага, две. Новых. Три. Не-не-не, жених поможет ему прочитать. Не динамик. С Новым годом. Сережа, отними у него, почитай. Отними у него. Дмитрий, не озоруйте. Не озоруйте, Дмитрий, читай. Ну ладно, читай. Ты тут ничего. Чего? Ну ладно, давай. Ну давайте вместе другую. Дайте другую. Вообще просто, дайте другую. Дмитрий, ну вы как маленький мальчик, дайте я сама посмотрю, что у вас там. Да, ну правда, дайте другую. Я другую. Ну правда. Мне даже самое интересно стало, что там. Что вас так смутило? Покажите мне. Я никому не расскажу. Ну никому. Покажите. Я покажу. Ну что там такое может быть? Господи, что вы, не петушок? Просим три раза, как петушок на заранее утром. Да, Дмитрий, для вас будет от меня спецподарок. А будете сметы? Дмитрий! Давайте вдвоем, Карман положи. Угорегу! Ну давайте уж поддержим свидетеля подарка. Вон ты что, ты такой шаг! Дима, ты будешь тебя в Мурманск поддерживать? Хорошо, что нет. Дмитрий, это от большой любви к вам, от публики. Вторую! Завязываем. Про себя читать. Слух. Не про себя. Что-то вам придется делать. А тут много. Да. Выбирать нельзя. Что? Любую. Бери одну. Любую сверху. Читать умеешь? Не надо. С другой стороны. Завязываем. Что там? Билеты. Говорить?
Да. Целовать соседа. Ну, как он больше нравится, того и целуем. Обе две нравится. Ну, значит, того и другого. Ну, конечно. Поехали дальше, передаем. Громче музыку. Так, достаем. Что у нас там? Рассказать всем, кому должен. Должна. Ну, кому, Марина? Виталию Викторовичу. Он вам сегодня прощает. Да еще кому? Слышишь? А его нет, Марин. Больше никому. Больше никому. Но мне будете должны. Договорились? Итак, передаем дальше под музыку. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock. Не убирай, что О, перечислить 5 причин, почему вам сегодня хорошо. Итак, поехали. Первая причина. Мне хорошо, потому что это ты. Все мои мечты. Я закрепил свой союз с Мариной. Второе. Сразу, не буду далеко заходить. Второе, это то, что мы все сегодня собрались. Третье. Ну, знаете как, третье у меня сын поехал. Лайк, конечно. Да, конечно. Четвертое. Опять. Моя супруга хорошо выглядит. Отлично. Пятое. Ну это тоже ничего. Ну ладно, сохранится что. Да че, гости хорошо выглядит. Ну мне хорошо просто с вами. Я думаю, нужно поднять бокалы за то, что нам сегодня всем хорошо, а молодые получают такой спецподарок, из которого могут выпить сейчас. Аплодисменты.